Так, 8 марта, женщины с праздником, 14-й год. Это у нас Харьковский зоопарк. Объявили по средствам массовой информации, что животные, в общем, проблема с финансированием, проблема с едой. Вплоть до резкого появления небесной сотни уже среди животных, как бы это цинично не звучало. И вот люди приносят крупы, да? Я правильно понимаю? Капусту, морковку. То есть это не как оплата за билет, это просто отдельно. Отдельно билет покупать, отдельно еще да. кучу еды. Ну тут еще, конечно, надо очередь видеть. Она уходит. А это даже не дает представления, потому что кто Харьков знает. А, вон видно. До самого... концертного зала Украины. Вон там видно. То есть не очередь, а концертный зал Украины. И вот до него сейчас протянулась вот эта очередь. Я там был, на предыдущей записи можно увидеть. Вот так. В общем, аншлаг.